Основне підприємство Гомеля – буйні транспортні артерії, автобусні і чигуничні вокзали. Усе це – сучасний чигуничний район. 75 років тому і свою назву він отримав менавіто від наявності тут чигунки. На цій же території, до речі, знаходиться і найстаріше буйне промислове підприємство Білорусі – завод «Гомсельмаш». Сьогодні ж у чигуничному районі кілька десятків витворчостей, продукція яких відома не тільки у нашій країні. Якщо говорити про суб'єктах господарювання, то, звісно ж, це в першу чергу такі гіганти, як «Білоруснефть», «Дружба», завод «Гомсельмаш», який сьогодні далеко за границями нашого государства представляет и прославляет нашу Республику Беларусь. Традиции попередних поколений у чигуничном районе протягивает и дополняет сучасная молодь. На урочистом вечере популярностью серед гостей користаются распросовки новоученцев Гомельского державного профессионально-технического колледжа электротехники. Вот тому тут створили гурток робототехники, который занимается экспериментальной деятельностью с реальной перспективой выкористания напросовок на утворчестве. Все знания, которые используются при построении, допустим, роботов, можно применить, к примеру, при построении промышленных, допустим, станков, либо каких-то других устройств. То есть те же алгоритмы. У администрации чигуничного района Гомеля подкресливают, 75-летие – это, перш за все, свято местного населения. У речи все достижения района – выник их працы. Тут у Вогуля проживало шмат знакомитых людей, героев Советского Союза, социалистичной працы, чемпионов и призеров спортивных споборниц международного уровня. Свой отбиток у истории чигуничного района покинули так само особы, которые были без перебольшивания с усветными знакомитостями. Военный аэродром у Гомеля побудовали после закончения громадянской войны. Кажуть, что его рештки до этого часу находятся под сучасным сквером будовников. У 1928 году тут служил военлет Валерий Чкалов. У опошние годы у чигуничном районе проведена великая работа по добропорядкованию территории. Человеку, кажуть, необходимо створать умовы не только для працы, але и отпочинку. Хоть об здоровье людей тут так само не забываются. У речи развиваться район повинен комплексно и всебоково. В прошлом году ввели в эксплуатацию ожоговый центр. Обеспечили больницу современным диагностическим оборудованием, внедрением высоких технологий и улучшением показателей здоровья населения. Олег Сентеров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».